Побывать в местах захоронений и отдать дань памяти воинам Заполярья. На Ринмар из Мурманска вернулись участники патриотической экспедиции «Дорогами дедов». 4 дня в заполярном городе выдались насыщенными. И самое главное, позволили осуществить давнюю мечту каждого участника – прикоснуться к священным могилам защитников Ненецкой земли. «Дорогами дедов» – один из востребованных проектов ассоциации ЕСВЭЙ. Уже во второй раз он помогает представителям ненецкого народа восстановить связь с ушедшими поколениями. В год 70-летия освобождения Заполярья внуки воинов-ненцев, похороненных в Мурманской области, получили уникальную возможность посетить могилы родственников. Мы прошлись по боевым этим местам наших земляков, сходили на могилу моего дедушки. Там зажили венок, а мне сообщили из этого, как его, сельского совета, что он проходит нам как бы дедушкой, ну, к родственникам через папу и через маму там как-то идет с родственником. И вот решили, чтобы мы собрались, кто-нибудь из родственников, и съездили туда на могилу. Памятник Алёше, героям Заполярья, мемориальный комплекс «Долина славы». Мурманск – один из тех городов, где помнят каждого воина. Среди них немало ненцев, пришедших на Кольский полуостров в составе оленотранспортных батальонов. Участники экспедиции успели посетить только часть захоронений. У каждой братской могилы возложили венок и почтили память минутой молчания. Также ЕСВЭевцам посчастливилось побывать и в поисковом лагере, который занимается раскопками захоронений. Это вообще наша история ведь. Со всеми нами связаны. И если бы не наши предки, то и нас, наверное, не было. Экспедиция и приняла участие в торжественном открытии памятника. Церемонию приурочили к 70-летию с момента разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье. Валентина Чибичик, Александр Дуркин, телеканал «Север».